Всем привет! Вы на канале Нереал. В сегодняшнем выпуске я вам расскажу все последние новости, связанные с нашим клубом. А пока подписывайтесь, ставьте лайки. Мы начинаем. Самая важная новость на сегодня – это то, что мы врываемся наконец-таки в большой футбол и уже успели заявиться на городской турнир среди любительских команд. Важно отметить, что 90% нашего состава никогда в жизни не играли в большой футбол. Harry Maguire! И в связи с этим мы устроили мини-сборы, где отбирали, рассматривали новых игроков в нашу команду, которые чуть более опытнее нас. Вся наша жизнь играет. И если ты не клуб, то ты понимаешь, во что ты играешь. Здесь это не так большой. Футбольный клуб. Ну и, конечно же, не без драк и стычек. На этот раз у нас отличился Улан, которому не понравилось поведение некоторых игроков. Что ты хочешь, брат? Я тоже проверил. Ты, бля. Но в целом сборы идут отлично. Атмосфера в команде просто невероятная. У нас первая тренировка на большом поле. Еще, видите, такой косяк вышел со стороны администрации. По времени у нас больше должно было быть. Сказать, что, да, самое главное, не пропускать тренировки без уважительных причин, да? А и то это надо заранее предупреждать. Либо меня. Правильно же, да? Ну, по итогам тренировки, мне кажется, сами-то можно выгнать. Как раз с семьей больше времени проведешь. На КС-ку больше времени. Соберешь свой стак. Я могу тебя выиграть просто по идее. Да, это жестко. Также за время существования команды мы успели определиться с капитаном. Мы подходили к этому вопросу с точки зрения поддержки сокомандников, с точки зрения поддержки тренера, с точки зрения поддержки вообще в целом нашей команды и идеи нашей команды. Исходя из этого, мы выбрали капитана и надеемся, то, что капитан оправдает ожидания, во-первых, так скажем, нас как руководителей команды, оправдает ожидания игроков. На поле будет биться за эмблему, а не за, так скажем, номер и так далее. Номер и фамилию, которая там на спине. И мы надеемся, то, что мы этот турнир выиграем, как минимум. Потому что задачи стоят высокие, мы хотим, чтобы вы сыграли на центральном стадионе. И наш капитан, которого мы выбрали, поднял кубок. И капитана мы хотим объявить Нуржан. Будем поднимать кубок. Что касательно отбора в команду, он обязательно будет, но мы переносим его на неопределенный срок, потому что заявок было очень много. Если честно, мы ожидали, что заявок будет 15-20, из них мы отберем там условно человек 4-5, но заявок больше 100, и мы просто в шоке. Что еще сказать о турнире? У нас попалась очень сложная, но в целом проходная группа. Мы играем с такими командами, как Ранет, Ансар, КТЖ и Одюшор. В целом это были все новости на сегодняшний день. Впереди нас ждет очень плодотворный, сложный такой сезон. Продолжайте за нами следить. А мы, в свою очередь, постараемся делать для вас красивый, душевный контент. Это пиздец полный. Почему? Ладно.